Мониторчики всякие, телевизоры. Да, долго как-то они убиваются. Так, а может их что-нибудь вкусное падает? Давайте глянем. Так. О, ДПС 21. 15. О, а тут и пушечки так неплохие. Во. Во. Пойдет. 15, 2, 18, даже быстрее скорость. Ну вот, а мне не особо нравится. Вот эта вот штука даже заслуживает внимания. Надо посмотреть. Так. Очень интересно. Теперь не имеет смысл еще и смотреть. О, хо-хо-хо-хо-хо. Инвентарь-то у меня забит. Да? Ай-яй-яй. Это печально. Мне придется вернуться на корабль. Давайте посмотрим. Ну, не только один удар, единственное, что, но зато... Так, ладно, вернемся на корабль, и я вернусь тогда, когда я наведу больше порядка в инвентаре. И так я снова на месте, и как показало испытание, данное оружие, которое мне досталось. Кстати говоря, здесь почему-то действует нормальная гравитация, очень интересно. Именно вот в лаборатории. Так, внизу вот еще один. Ладно, потом к нему вернемся. И вот это вот оружие, ну, достаточно гораздо лучше оказалось. Поэтому, ну, еще я взял себе шлем, щит, который был новый. Так, 20, 22, ну, это ерунда. То есть, более хорошая, прощай, прощай, старый. Мартышки, зомби какие-то. Отлично. В принципе, неплохо так защищается. Зачищается место с такой новой штукой. То есть денжены на каждом секторе имеет смысл проходить для того, чтобы хотя бы набрать как минимум более новый более новое оружие, более крутое, как говорится. То есть каждый сектор имеет оружие, соответствующее ему таким вот образом. Ну, в принципе, лаборатория Апексов зачистилась достаточно легко и просто. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь интересное. Ого, новые кодексы. Я, кстати говоря, их так до сих пор и не читал. Ну, что делать? Нету на это времени. Хотя, может, как-нибудь одну серию почитать, потратить на прочитку кодексов, когда я их всех соберу в кучу. То есть так можно просто их брать и вот через библиотеку свою заходить и читать эти кодексы. То есть ими просто тыкаете в небо,
Ну, в смысле, если вы его знаете, оно к вам, ну, оно просто это знание не возьмется. А если не знаете, ну, значит, не знаете. Кстати, а из чего оно сделано? В лаборатории, скорее всего, из стали, да? Давайте глянем, просто интересно. Угу, стальные блоки, кстати говоря. Как вариант, кстати, можно переделывать какие-то места под них. О! Я даже знаю, наберу немножечко. Небольшое количество стальных блоков. Я из них сделаю на своей планете. Помните, у меня робот-доктор был? Спаунер робота-доктора. Вот его как раз туда и посадим. Так, ну что ж, продолжу ограбление. Ну что ж, тут уже, как вы видели, даже начали спауниться монстры. Я нашел еще одну пушку, она мне еще больше нравится. Причем она бьет двумя ударами. Двумя видами ударов. Я собираю эти блоки, потому что это практически... Можно поджечь и можно еще и отравить. Класс. Мне нравится это оружие гораздо больше. Почему собираю стекло? Потому что стеклянные блоки, либо мне их из песка, что называется, делать, да. Но, в принципе, здесь-то не проблема на пустыне, на планете, на, блядь, песка. А так, ну, вообще не тратить время, они сразу готовы. Что ж, ограбление совершено успешно. Я навожу порядок в инвентаре. Так, ну порядок в инвентаре наведен. Давайте начнем немножечко просто по-быстренькому покопаем. Опять же, все это будет, скорее всего, на ускорении. Просто покопаю немножечко в недр песчаной пустынной планеты. Чем она отличается? Ну что ж, по моим личным ощущениям, ну никак, в лучшую сторону. Прям сильно планета не отличается. Пустынная по уровню копания. По мне, как самое приятное пока что для меня было лично, это снежная планета. Из-за того, что на пустынной планете, конечно, на поверхности очень-очень много вкусного, можно быстро и легко собрать. Так, и я вам обещал, что мы пойдем... Да, я пропустил в прошлый раз, в прошлой серии, что здесь есть Тормап апгрейд 3. Сейчас мы его создадим. И используем. И мы получили новые данные, которые позволяют нам попасть в сектор Гамма. Так, посмотрим, что у нас с топливом. Давайте подзаправимся. Потому что мы можем себе теперь это позволить легко и просто. Так, даже жалко немножко бета-лямбда.
покидать, но впереди будут приключения у нас. Сектор Гамма. Так, тебе нужно в секторе Гамма найти что-нибудь более-менее интересное, да? Так, Гамма, Гамма, Пермаджорес. Грэсслендс. О, это крайне интересно. Так, что я сделал? Сектор Гамма. И вот Гамма, Гамма, Пермаджорес. Пустынная планета. Опять пустынная. Сухая планета. Пустынная. Луна. Пустынная. Грэсслендс. Хочу на Грэсслендс. Очень хочу. Мне кажется, что там будет красиво. Ну что ж, мы отправляемся в сектор Гамма. Так. Кстати говоря, медная руда идеально подходит для починки кирки. И кажется, именно в секторе Гамма мы увидим то, чего нам так не хватает сейчас на данный момент для прорыва по технологиям. Я сюда вот все сложил, все апексовое, что он понаходил. Нужно будет потом все это потихонечку переволочь на домашнюю планету, если, конечно, я буду. Пока что, конечно, планета заслуживает быть домашней, с одной стороны. Там уже достаточно много построено. Так. Так. Ну что ж, посмотрим, что такое Грэсслендс. Мы прибыли. Отправляемся. И я ожидал, тут все зеленое будет. А оно... Ну, конечно, да, оно ровное. Все. О, что это? Что это за якорь? Не понял. Так, ладно. Такое ощущение, что это наверху есть какой-то корабль, который вот так вот бросил якорь. Да, такого я еще не видел. А я был прав, это корабль авианцев. Интересно, вы злые? Так, и как у нас тут дела? Все вооруженные. Вы должны представиться капитану. Они кажутся мирными. Ладно, я вас даже так сильно грабить пока не буду. Так, позаглядываю, конечно. Чисто для интереса. Да, они достаточно мирные при этом, хотя и выглядят как пираты. Ты капитан? Или нужно быть просто авианцем, чтобы с ними нормально торговать? Но авианцы кажутся мирными ребятами. Мне не хочется с ними торговать. Больше воровать то у вас нечего. Прикольная штука, однако, у них тут. Посмотрю так. О, капитан, привет. Капитан, привет. Ты должен приходить с нами иногда попраздновать, типа. Да, это авианский корабль такой. Очень интересно. Вот этого я не ожидал.
Намотало на пропеллер. А что я ждал, в принципе? Ну да. Так, ладно. Посмотрим, что еще у нас там есть. Опять ядовитое тут немножечко все. Так, давайте-ка сменим. Мне нравится больше. Для путешествия по планете более интересна, конечно, такая штука. Золото достаточно близко к поверхности лежит. Так, а вот это... Вот это руда. Такая с небольшой фиолетовизной. Да, это титаниум. Вот тут просто море. И никаких проблем уже с ним, с его слитками, мы не будем иметь. Так, а что нам нужно было сделать? Я уже даже и забыл, что нам нужно было сделать из титаниума. Вот, вот это вот справа серебро, если не ошибаюсь. А вот слева как раз таки был титаниум. Какой маленький и злобный монстр. О, какие они тут. Они тут сильные, однако. Зверюки. Так, а зачем мне нужен был титаниум? Да, отстань. Вот это, да? Не слабо так. А давайте заглянем сейчас как раз таки. В наш... Да, во-первых, я не пометил флагом планету, потому что это традиция уже. Так, что такое нам было нужно отсюда? Так, пиксель принтер неинтересно, стальной блок, конечно, мы и так... Кстати, из чего он делается? Из пикселей, что ли, и все? Да, один пиксель блок, стальной блок делается из из монеток собираем до кучи. Ну ладно, будем знать. То есть если я собираю у Апекса в кучу стальных блоков, сэкономил себе кучу денег. Отлично. Так, 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 так. О, дикая принцесса. Вот она ловушка, скорее всего, как раз таки для нового. Следующего босса. Приманка типа, да? Так, титановые панели. Неинтересно. Одежда. Меня интересует больше одежда. Есть у нас более крутая какая-нибудь одежда? Титановые стульчики. Ну, понятно, это ерунда. Титановая дверь. О, вот, вот шлемы, кстати говоря, которые попались. Выпали. То есть блоки материи нужны и укрепленные монстр-плейты. Вот, и эти шлемы имеют достаточно неплохие, кстати, параметры. Да? О, появился золотой, золотые, кстати говоря, доспехи. Их как-то можно, интересно, апгрейдить, нет? А, наверное, появился еще и третьеуровневое, да, что-то. Здесь почему-то по уровням не разделено. Должно быть. А, просто можно видеть. Если то, что сделано из титана, да, то самое. Ого-го, вот это ДПС еще. Да, мой ДПС нервно курит в сторонке из бета-сектора. Так, ну, во-первых, нужно обязательно сделать первым в очередь титановый лук, наверное, да. Он, скорее всего, тоже будет. А, стальной. Остальное у меня есть. А титановый будет? Не, нету титанового. Или будет? Не, нету. Или будет? Так, у меня стальной. Стальной. А где титановый? Как это ни странно, кстати говоря, вибро-топор вибрирует. Да. Ну вот только то, как оно медленно мажет, мне единственное, что не нравится. Хотя вот два таких кинжальчика по каждую руку и нарезать можно очень так не слабо, мне так кажется. Ладно, это все будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Реанур. Пока-пока и счастья вашему дому.